Земля! Идем, серый десерт! Не хватает их! Только не забывай за край света! Бешеный Джек Пират. Неприятный инцидент со снежными троллями. Здесь так холодно, что у меня зубы сводят, Снак. Вперед! Мы надолго сюда, капитан. Нам надо доставить машину для мороженого. Зачем им здесь мороженое? Всюду лед. Не стоило браться на это. Да, но нам опять было нечем платить за аренду корабля. И злой Вилли сказал, или мы доставим машину для мороженого его другу Снежному Султану, или он свернет нам шею и отберет судно. Да, ты прав. Не знаю, что люди находят в мороженом. Сэр, можно я поднимусь и... Я слушаю, Снак. Погреюсь. Да, только недолго, Снак. Чем меньше времени мы проведем в этих снегах, тем лучше. Капитан, какие-то странные морковки торчат возле борта. Что? Что ты бормочешь, Снак? Ты мозги отморозил? Эй, нужно просить разрешения, прежде чем подняться на борт. Разморозится, Снак. Потом расскажу, капитан. Снежные тролли украли машину для мороженого. Что мы скажем Снежному Султану? Знаешь, Снак, в таких случаях ничего другого не остается, как только молиться и уповать на помощь свыше. Простите, вы правда надеетесь, что Бог спасет нас? Нет, ложь спасет. Бешеный Джек Пират, мой верный друг. Злой Вилли сообщил о вашем прибытии. Прошу, прошу вас, мой снежный дворец. Надеюсь, груз с вами. Мы этот вопрос успеем еще обсудить. Сначала нас накормите. Мы голодны. Ну, конечно. Идите за мной, и я устрою банкет в вашу честь. Вот хорошо, хоть наемся. Да, всегда лучше поесть перед разговором, правда, Джек? Да, да, но вы позволите мне немного поспать, прежде чем мы приступим к делу. Хорошо, мои слуги проводят вас в ваши покои, а я займусь приготовлением мороженого. Неужели? Вы не представляете, как любят мороженое в нашей стране. Да, я вас хорошо понимаю, но я очень устал. Мороженое подождет. Почему вы не отдаете мне мою машину? Я ее заказал. Несите ее, я хочу мороженого. Мы все хотим мороженого. Мы хотим мороженого. Идем, Снак, принесем им эту машину. Мы не можем ее принести, потому что снежные тролли украли ее у нас. Что?
Снежные тролли? Ага, это все объясняет. Так вот, почему вы сразу не отдали мне мою машину? Она у снежных троллей. Да, да, они ее взяли. Они просто одолжили ее. Я уверен, они ее вернут, если их попросить. Не возвращайтесь, пока не заберете машину. А если вы ее не найдете, то лучше вовсе не возвращайтесь. Учтите, ночи здесь очень холодные. Снак, я мерзаю. Дай мне майку. Но, сэр... Снимай! Ну ладно, подкинем монету. Если выиграю, то не разденусь? Да, да. Ладно, хорошо. Ладно, кидай. Бросил. Как всегда, я выиграл. Снимай майку. Вы точно выиграли? Да. Держите, вы давно меня не обманывали. Все, мы пропали. Мы не выберемся отсюда. Никогда. Замерзнем до смерти в далекой снежной пустыне. В каких только переделках я не бывал, но это хуже всех. Вы бы вспомнили остров Чаровницы Виктории, сэр. Да, но мы выбрались оттуда. А отсюда нам одна дорога в ледяную могилу. Как искать этих трех снежных троллей, сделанных из снега, если все здесь в снегу, и кроме снега ничего нет? Нет, нет, нет! Что? Вы сказали, что, сэр? Вы что-то нашли? Смотри, это заледенелая штука, почтовый ящик. Ха! Какой ты идиотизм! Знай, Снак, когда мы покончим с этими снежными троллями, мы заберемся в их логово и... Вы поступили очень неосторожно, когда нашли этих снежных троллей. Неужели, придурок? Капитан, что они с нами сделали? Наверное, они собираются нас съесть. Сначала заморозят нас, а потом съедят. Фу, они неразборчивы. Сожрут нас сырыми перед телевизором, смешав предварительно с кубиками льда. Это плохо. Лучше бы они нас поджарили. Ну, разумеется. Эй, ты подал мне замечательную идею. Вы собираетесь нас съесть, да? Замороженными, надеюсь? А жареного вы не едите, да? Но людей лучше всего поджарить. Они так гораздо вкуснее. Даже вкуснее мороженого. Вы многое потеряли, мой снежный друг. Но у них нет решетки для барбекю. Смотрите, капитан. Товары по почте. Все сюда, все сюда, не смущайтесь. Теперь зажигаю. Снежных троллей. Вас посетила блестящая идея. Она спасла нам жизнь, капитан. Да, конечно. Теперь бери машину для мороженого и пошли к снежному султану. О, нет, сэр. Тролли уже съели все мороженое. Это плохо. Добавьте воды. У меня есть идея. Сейчас получите мороженое! Держите свой аппарат! Капитан Джек, я думал, что вы уже замерзли в снегах, но вы принесли это чудо! Да, это было нелегко, уверяю вас. Вы смельчак. Я больше не верю жутким, кошмарным и отвратительным слухам, которые о вас всюду ходят. Да, я заметил, смелость спасает, когда твоя жизнь находится в опасности, ваше величество. Теперь мы свободны? Вы не хотите насладиться плодами своего труда? Простите, мне их совсем не хочется. Замороженные плоды хороши на каком-нибудь тропическом острове, куда я отправлюсь, как только выберусь из льдов. Прощайте. Но как она работает? О да, чуть не забыл. Добавьте воды и поверните ручку. Тысячи ледяных, спасибо. Может, мы когда-нибудь еще встретимся? Да, только не в ваших снегах. Идем, Снак. Снак, шевели лапами. А почему вы не захотели съесть мороженое? Вот почему.